тебе паспорт? Украинский, блядь, Алёша. Киев, украинский паспорт, блядь. Вот, я украинский, вот украинский паспорт, блядь. Я гражданин Украины, блядь. Так вон тебе, блядь. Вы защищаете кого, блядь? Вы в новости показываете. Вот эту фашистскую власть, блядь. Мне не надо на нее знать. Террористов, блядь. Мужики, у вас есть счастье воспользоваться интернетом, телефоны? Воспользуйтесь, посмотрите российские новости, что творится на самом деле. Посмотрите, я вас прошу, поговорите между... Не понял. Я вас понимаю, я вас понимаю. Мы ходим с паспортами. Дома у тебя, блядь, за пивом вышел, беру паспорт. Да, чтобы вы знали, мужики, поговорите, пообщайтесь между собой. Найдите компромисс. Это не выход с оружием. Здесь все без оружия. Где вы видели оружие? Собирайте свои танки и валите, ребята, на границу. И там стойте, служите, блядь. Защищайте.